Когда лучше пересаживать антуриум? Разберемся со сроками и выберем новый горшок и землю. Южноафриканский цветок на удивление хорошо прижился в других климатических условиях, без потери характерной декоративности, особенностей формы и расцветки. Антуриум с гордостью восседает на подоконниках квартиры или в зеленых уголках офисов. Сохранение особенностей цветка зависит от ухода в домашних условиях, один из пунктов которого – пересадка. Пересадка антуриума в домашних условиях. Расширение места посадки, обновление корней, замена истощенной земли, санитарная обрезка корней, лечение гнили и грибковых болезней. Когда лучше пересаживать антуриум? При обнаружении проблем для обновления один раз в 3 года, если нет видимых проблем перед цветением. Хорошо, когда антуриум полностью здоров и не нуждается в пересадке раньше срока, но не всегда получается следовать стандартным предписаниям. Иногда антуриум приходится пересаживать и в период цветения, чтобы спасти, и сразу после окончания вегетации, перед нестабильным зимним периодом. Перед пересадкой подберите новый горшок из земли, подготовьте антуриум, насытив субстрат в старом горшке влагой. Смоченный земляной ком легче извлечь, не повредив корешки. Выбор нового горшка. Одинаковый по высоте и ширине, больше на 3 см в диаметре прежнего, с дренажными отверстиями на дне и поддоном-подставкой, устойчивый, с плотного материала. Подбирая горшок, убедитесь, что цветок не тонет в нем. Антуриум замедлит развитие, если корневая система будет болтаться в новом горшке. Земля для пересадки антуриума – рыхлая, дренированная, обедненная. Для антуриума подходит также субстрат, как и для орхидей. Торф, древесный уголь, мох сфагнум, кокосовое волокно как раз подходят для посадки антуриума. В садоводческих магазинах в продаже есть приготовленный грунт для пересадки. Им также можно воспользоваться. В крайнем случае подкопайте верхний слой хвойной земли, если ни ингредиентов, ни магазинных смесей нет под рукой. Подготовка к пересадке антуриума. Грунтовую смесь собирают по ингредиентам, смешивают в отдельном контейнере и беззараживают. Используйте марганцовку, чтобы снизить риск передачи грибковых болезней. Рецепт раствора марганцовки для обеззараживания. 2 грамма перманганата калия на 250 мл теплой воды. Пролить равномерно в сформированный субстрат. Антуриум увлажняет отстойной водой, чтобы грунт в старом горшке сцепился. Так легче извлекать. После перевалки осмотрите корневую систему. Обрежьте подгнившие участки. Обработайте древесным углем или препаратом корневин. Оденьте перчатки перед использованием химического препарата. Подготовленный антуриум перенесите в новый горшок, заполните на треть землей, затем подсыпьте оставшуюся часть, одной рукой удерживая цветок за основание. Уход после пересадки. Земля антуриума уже увлажнена, поэтому пока вода не испарится, поливать дополнительно после пересадки не надо. Ваша задача уберечь цветок от сквозняков, а также притенять от прямых лучей. Базовые действия для большинства пересаженных растений. После пересадки антуриум будет набираться сил и следующие 3 или 4 месяца активно пойдет в рост. Столько же держим цветок на влажном пайке, не внося удобрений. Органика или минералы лишь оставят ожоги, да и могут проникнуть через ранки на корнях. Пишите в комментариях, как прошла пересадка антуриума дома у вас, когда считаете лучше перемещать растения.